Читаем Шримад Бхагаватам, песня первая, глава 13, называется «Дхритараштра покидает дом», текст 21. Питер, будем повторять, Питри, При, Пхратр, Сухрит, Питра, Путра, Питр, При, Питр, Пхрат, Сутра, Питра, Питр, Пхрят, Сутра, Путра, Питр, Пхрат, Сутри, Путра, Хатасте, Вагатам, Ваям, Хатасте Бхагаватам Ваям, Хатасте Вигатам Ваям, Атмача Чарая Грастхах, Атмача Чарая Грастхах, Парагехам упасасе, Парагехам упасасе, Парагехам
упасасе. Парагрехам упасасе. Пожалуйста. Итак, сухим путра. Атасте вигатам ваям. Атмачаджарая грастаха. Парамгихам упасасе. Итра-патр-сутри-путра. Атасте-вигатам-ваям. Атасте-вигатам-ваям. Атмача-джарая-гастаха. Атмача-джарая-гастаха. Гехам-упасасе. Арагехам-упасасе. Сухрит-путра. Атасте-вигатам-ваям. Атмача-джарая-грастах. Парагихам-упасасе. Пословный перевод. Питер. Отец. Пхратр. Брат. Сухрит. Богоживатели. Путрах. Сыновья. Хатах. Все мертвы. Те. Твой. Вигатам. Израсходован. Ваям. Век. Атма, тела, ча, также, джарая, бессилием, грастах, побежден, парагитам, в чужом доме, упасасе, ты живешь. Перевод и комментарии о божественной милости Ача Бхактивиданта Свами Прабхупада, Шрила Прабхупада, Киджана. Твой отец, брат, доброжелатели и сыновья умерли. Большая часть твоей жизни позади. Тело твое одолело немощь, и ты живешь в чужом доме. Комментарий Шрила Прабхупада. Царю напоминают о непрочности его положения, обусловленной влиянием безжалостного времени. Все пережитое им должно было бы сделать его разумнее. Ему бы уже следовало понять, что его ожидает. Его отец Вичитравирья умер, когда он и его младшие братья были маленькими детьми, и они получили должное воспитание только благодаря заботам и доброте Бхишмадева. Затем умер его брат Панду. Позже в битве на Курукшетре погибли все 100 его сыновей и все внуки, а также такие доброжелатели, как Бхишмадева, Дроначарья, Карна и многие другие друзья и цари. Итак, он потерял и людей, и деньги, и теперь жил, завися от милости своего племянника, которому он сам прежде доставлял столько неприятностей. Но несмотря на все превратности, он считал, что его жизнь будет продолжаться до бесконечности. Видура хотел указать Дхритараштре на то, что каждый должен защищать себя сам своими поступками и милостью Господа. Человек должен честно исполнять свой долг, а результат зависит от высшей власти. Если человек не защищает Верховный Господь, его не защитит никто, ни друг, ни дети,
ни отец, ни брат, ни государство. Поэтому следует искать защиту только у Верховного Господа, ибо в этом состоит предназначение человеческой жизни. В следующих стихах Дхритараштра вновь и вновь напоминают о непрочности его положения. Омагьяна тимирандасья джанаджана шалакая чакшуру миритамьена тасмай шри гурубе намаха шри чайтанья манобишта устапитамьена бутали своям рупа кадамахья гадати свампадантикам ванча калпата рубишча крипа симхока ивача патитанам паваны бьё вайшнавы бьё намон Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхактавринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Здесь мы видим беседу Давидура, он дает наставление Дхритараштре. Вот в одном из стихов он говорит: «Твои отец, брат, доброжелатели, сыновья умерли. Большая часть твоей жизни позади. Тело твое одолело немощь, и ты живешь в чужом доме». То есть ситуация была такая, что как бы реально у Дхритарашты, у него практически ничего не осталось. Но смотрите, иллюзия, она все равно так действует, что он хоть и жил в чужом доме, он все равно его не, ну, как бы не хотел сам оставить. И Видура ему как бы говорит об этом: ну вот у тебя уже и так ничего не осталось, ну почему бы тебе... Дело в том, что ему даже было сложно ему дать такое наставление. Вот как мы говорим, займись самосознанием. Но так как Видура уже много-много раз, сотни раз ему давал хорошие наставления, но Дхритараштра, он не пользовался этими наставлениями. И поэтому Видура, как опытный проповедник, он находит, как бы, такое дает наставление, которое Дхритараштра, ну, может использовать сейчас в данной ситуации. То есть для проповедника очень важно понять, на каком этапе человек находится, чтобы дать то наставление, чтобы человек, он как бы со своего этапа делал шаги в правильном направлении. И вот Видура, он показывает вот этот пример, что он не говорит каких-то фантастических вещей. И хотя иногда и нужно какие-то очень возвышенные вещи послушать, чтобы у нас было, знаете, стремление к этому двигаться в этом направлении, правда? Но здесь он хочет ему конкретное наставление дать, которое Дхритарашта сможет исполнить. И он ему говорит, он этим стихом говорит, не проблема оставить тебе дома и стать отреченным. Почему? Потому что у тебя и так уже ничего не осталось. Для тебя не проблема оставить детей, потому что они все равно все уже погибли на Курукшетре. И не проблема оставить дом, потому что у тебя его и так уже нету, ты живешь в чужом доме, он говорит. И почему бы тебе не стать отрешенным? И смотрите, как иллюзия действует. Человек, он все равно потерял все. Но он все равно продолжает жить, как будто бы у него это есть. То есть он продолжает семейную жизнь. Даже на преклоне лет, когда он, и у него уже и тело, как бы его не слушается, стало немощным, да, он говорит. И все равно у него уже, как бы, его окружение потеряно. Те, которые старше, они умерли. Но в этом случае у него не только сыновья умерли, даже внуки все умерли. Потому что была выдающаяся вот эта война, которая унесла эти жизни. Но Дхритарашта, он все равно продолжает. Это вот такой пример
материального сознания, что материальное сознание, оно как бы вот эту иллюзию все время поддерживает, что ну, как бы материя, она как бы так говорит, что все нормально, что бы ни было, а тут, ну, как бы в материальном мире никогда не бывает все нормально. Но для того, чтобы как бы продолжать материальную жизнь, нужна вот эта иллюзия обязательно, чтобы человек думал, что ну, у тебя будет еще все хорошо. И человек до последнего момента, он так думает, что вот будет все хорошо. Хотя уже все, у него как бы все развалилось полностью, все его надежды полностью рухнули. И второй момент, что, смотрите, Видура, он проповедует материалисту. Это тоже для нас очень хороший пример, потому что нам также приходится проповедовать материалисту, и нам нужно, ну, как бы взять с него пример. Потому что Видура, он очень мастерски ему как бы дают вот эти наставления. Он ему дают те наставления, которые сподвигнут Дхритараштру на самосознание, на йогу. Он ему скажет: оставь дом, займись аштанга-йогой, и так ты достигнешь хоть какого-то совершенства самосознания. И вот смотрите, даже материальный мир так устроен, что не только старшие оставляют тела, но, смотрите, и сыновья бывают иногда оставляют тела, как здесь даже внуки, или как мы вчера, да, воспевали святые имена в честь ребенка, который оставил тело. То есть, ну, как бы всегда мы видим, что в материальном мире все вот так вот ненадежно, и только иллюзия заставляет думать, что все наладится как-то. Ну, как бы наше вот это пессимистическое настроение, оно должно нас вдохновить на то, чтобы... Потому что у нас есть альтернатива, мы можем говорить об этих вещах. Почему? Потому что у нас есть альтернатива. То есть мы можем вплотную заняться самосознанием, к чему и Шримад-Бхагаватам призывает, и Видура проповедует именно для этого. То есть он ему говорит не для того, чтобы его как-то расстроить или обидеть. Он ему говорит: да, смотри, у тебя ничего не осталось, но у тебя есть альтернатива, у тебя есть чем заняться, у тебя есть как бы возможность заняться самосознанием. Он ему советует заняться аштанга-йогой, то, что для него, ну, как бы на его уровне это было приемлемо. И точно так же мы как бы каждый для себя должны тоже, ну, вот эту проповедь тоже подумать, что это и нас тоже касается. Что стоит ли нам держаться вот за материальные объекты, или нам стоит, ну, вплотную заняться самосознанием. И на каком-то моменте мы должны понять. Но и с нами тоже так же происходит, что Дхритараштра, он не мог сам сделать эти шаги. Не смог сам эти сделать шаги. Хотя у него все его надежды развалились, да? Но сам он не делал эти шаги навстречу самосознанию, да? И точно так же у нас бывает, что мы, ну, как бы не способны сами в правильном направлении сделать какие-то шаги. Интересно, что пока у нас теплится надежда на материю, и когда у нас возникает выбор в нашей жизни, то вот эти вот анархи, они нам не дают сделать правильный выбор. Если мы сами делаем какой-то выбор, то анархи, они так действуют, что они нам не дают сделать правильный выбор. И для этого нам очень важно, чтобы у нас были такие наставники, вот как здесь Видура, который, ну, как бы, у которого прояснено сознание, и он четко понимает, что, в каком направлении нужно двигаться. Очень важно это для нас. Ну, в процессе преданного служения, конечно, разные этапы преданного служения, да? И в процессе преданного служения наше сердце, наш ум очищается от этих анархов. И когда мы избавляемся от анартх, то для нас тоже становится ясно, как правильно действовать. И вот тогда мы способны уже будем сами правильный выбор делать. То есть анархи,
уходит, и тогда человек, он начинает видеть ясно духовную альтернативу, он начинает ее просто вот реально видеть. Но до этого момента нам нужно очищать свое сердце. И, ну, как бы имеется в виду очищать свое сердце, фактически очищать ум. Почему? Потому что именно ум, он привязан к материи. Пока он материальный, пока мы его не очистили, он привязан к материи. То есть мы легко понимаем, что мы не тело, не грубое тело. Потому что это очень просто. Как в Бхагавад-гите говорится, что можно просто вот эту цепочку проследить, что ты не рука, не нога, не голова, и в конце концов ты не тело. И как бы любой человек, если ему это сказать, он как бы, любой человек это понимает. Но вот отождествление себя с умом очень сложно отказаться. Потому что до последнего мы как бы думаем, что это я думаю, что это мои идеи, это мой характер. Или вот каким-то образом вот это я так проявляюсь. До последнего мы как бы вот это отождествление, очень сложно от него избавиться. Но процесс преданного служения, он как бы заключается как раз в том, что мы потихонечку начинаем понимать, что да, ум он как-то там что-то выбирает, о чем-то там думает, даже во время воспевания святого имени что-то там крутится у него, да, но мы начинаем больше и больше чувствовать, что ну, это не я. Вот он там что-то перебирает, но это не я. Я все равно в стороне от этого нахожусь. И воспевание святого имени, оно так очищает, что мы больше и больше начинаем вот этот момент чувствовать, и потом, в конце концов, мы четко себе уже проводим границу, что, ну да, вот это вот ум, но я как бы к нему не имею отношения. И вот этот момент, это как раз в этот момент как раз заключается, что когда мы начинаем четко видеть анархию. Когда мы начинаем анархию видеть в своем сердце, и тогда нужно прилагать усилия, чтобы с ними бороться и от них избавляться. Потому что мы не сможем избавляться от анарх, если мы еще их не замечаем в себе. То есть первое, что нужно сделать, ну и это происходит благодаря воспеванию святого имени. Святое имя как бы нас очищает, и вот поэтому проходят вот разные стадии. То есть пока человек не видит анартх, он думает, это свойство, говорится, любого неофита, он думает, я преданный, я чистый преданный, я предался. Но и он не видит анартх, и поэтому он с ними не борется, он не знает, с чем бороться. Он думает, что у меня нету ни вожделения, ни что там пишут в Бхагавад-гите про какое-то там вожделение, про какую-то там жадность, зависть. Он думает, что мне завидовать, я вообще никому не завидую. Ну вот, но по мере очищения преданный вот начинает со стороны немножко смотреть на ум. И он начинает видеть, что в уме крутится. И он начинает тогда видеть, что то, что вот это материально крутится в уме, это и есть моя жадность, потому что ум как раз и думает, вот это мое, я не хочу это отдавать, это жадность. Он начинает видеть, что есть зависть, что ум, он как бы думает, что а что это вот, вот у него, у того, вот, у него есть это, у того есть то, а у меня этого нету. И это как бы зависть проявляется таким образом. Жадность, зависть проявляется, иллюзия проявляется, вожделение проявляется. Он начинает это видеть. Со стороны, когда начинает смотреть, начинает это видеть. И в этот момент преданный, он для него тоже как бы становится. Либо он начинает прилагать усилия для того, чтобы от этого избавиться, но если он недостаточно прилагает усилий, то к нему возвращаются старые привычки. Ну, старые, как бы сказать, не то, что привычки, а старые желания к нему возвращаются, и они начинают его одолевать. То есть, либо преданный, он активно борется, он начинает видеть анархию, начинает активно с ними бороться, и таким образом он прогрессирует дальше. Следующие шаги делает. Но если он недостаточно
прилагает усилий. То есть в этот момент, фактически именно в этот момент, преданный он становится серьезным садхакой. То есть до этого он мог то пришел, то не пришел, то как бы, и он думает, что я вольный человек, как бы, что хочу, то и делаю, и это тоже нормально в какой-то момент. Но когда, как бы, преданный, ну, как бы, очень серьезно и начинает видеть анархию, начинает серьезно бороться, и он думает, ну, как мне бороться? И тогда он начинает очень серьезно к садхане относиться. То есть это как раз способ, как победить это все. Начинает серьезно относиться, и потихонечку, так как воспевание святого имени очень могущественно, и преданный уже стремится более чисто воспевать, а чем более чистое воспевание, тем оно больше очищающее влияние на нас оказывает. И так как преданный как бы это делает, стремится, и у него очищение намного быстрее начинает происходить, и он поднимается на следующий уже там уровне. И таким образом постепенно преданный достигает, и он не замечает, как у него отношение к Кришне уже в чистом сознании, что происходит, отношение к Кришне начинает меняться. То есть до этого Кришна, он как бы такой мифический герой, где-то там, ну как бы вот, но он есть, но он где-то там на облаках. А когда очищение происходит, то преданный начинает видеть, что Кришна, он здесь и сейчас. И как раз, и с одной стороны он начинает больше видеть вот это проявление Кришны, а с другой стороны он видит, что он полон анартх. И поэтому у него возникает такое, что он начинает искренне молиться. Говорится, что именно в этот период как бы преданный по-настоящему начинает молиться. До этого он просто повторял святое имя, как, знаете, как лозунг больше. Но когда он начинает видеть, что Кришна, вот эта личность, которая, ну, как бы проявляет себя, которая, ну, близко к моей жизни, то и он начинает замечать, что ему самому вот эти вот проявления ума не победить, анархии не победить самому. И он начинает молиться. «О Господь, помоги мне избавиться вот от этого, помоги мне избавиться от этого». Потому что он чувствует, что именно это ему мешает. Ну, простой пример. Вы воспеваете свои круги и начинаете замечать, что какой-то период у вас из воспевания выпал. Просто вы что-то там обдумывали, и уже непонятно, то ли... А вроде несколько кругов прошло. Понимаете? То есть это уже не было чистым как бы воспеванием. Просто вы не были сосредоточены на святом имени. И, ну, как бы, поначалу преданный думает, ну, нормально, как бы быстро джапа прошла. А потом он думает, ну, это же как бы вот это мешало мне, я же не сосредоточился, я не пообщался с Кришной. Джапа прошла, но с Кришной так и не пообщался. И тогда он думает, ну, нужно менять как-то эту ситуацию, что-то надо делать с этим. И он пытается, он в следующий день, он думает, ну, сейчас я вот возьмусь как следует за это, вот сейчас я буду слушать внимательно, все. А потом опять понимает, что ум, он все равно его увел. И вот каждый раз он больше и больше прилагает усилий. И потом он как бы понимает, что недостаточно своих усилий, не хватает. Не получается самому это сделать. И тогда он начинает уже ту же самую мантру, он начинает в молитвенном настроении ее уже воспевать. «Кришна, помоги мне слушать Твое имя. Кришна, помоги мне внимательно не пропускать слова в мантре, там, внимательно всю мантру четко произнести каждый раз». И уже вот это... И когда возникает вот эта молитва, это и есть взаимодействие с Господом. Реальное взаимодействие. Господь, Он помогает. Он раз создает такую ситуацию, что мы очищаемся от каких-то там, от своих вот этих привязанностей. Ну, как в этом стихе Видура говорит, что, ну, что у тебя уже, ты потерял
своих родственников. То есть какая-то ситуация уже возникла, что что толку о них думать, если ты уже их потерял, их уже просто нет. Все они ушли уже, кто куда. Ну, то есть Кришна, он создает такую ситуацию, что он как бы поправляет человека и дает, ну, как бы помогает ему освободиться вот от этих привязанностей. И что держаться за дом, если ты уже в чужом доме живешь? Это не твой вообще дом. Но Дхритараштра, он на самом деле поразительно, смотрите, как ну, как бы в культурном обществе как происходит, что он всю жизнь как бы строил козни пандавам, да? В конце концов, как бы он же был верховный как бы царь, из-за него вся эта война случилась на Курукшетре, да? Он проиграл эту войну. И пандавы, они берут его на свое, ну, как бы, обеспечение. И он у них живет на их обеспечение. Ну, вот как вообще такое вообще представить? Что он всю жизнь пытался их как-то... вообще они как бы пытались убить его старший сын, он как бы и пытался отравить, и сжечь, и разные способы, и на войне убить пытался, да, пандавов. И... Дхритараштра, он все это не останавливал. То есть фактически он как бы, ну, как бы, он не то, что он был за очень сильно, но он и не останавливал своего сына. Ну, и тем не менее, он, когда вся эта Курукшетра произошла, он переезжает и живет, и Юдхишира, там, Бхима о нем заботится. И все равно он привязан к этому. Представляете, какая иллюзия, какая сильная. Видура ему говорит, ну это же не твой дом, что ты к нему привязался? Оставь ты дом, иди, сядь на берег Ганги, как Махараджа Парикшит в свое время сделал, да, там, или на берег Ямуны, и медитируй на верховную личность Бога. Как бы не можешь на личность Бога медитировать, хотя бы медитируй на безличный аспект. Он ему здесь не говорит, медитируй на Кришну, потому что у него с Кришной не сложились как бы отношения. Поэтому. И вот преданный, он как бы благодаря вот этим наставлениям мы можем делать шаги какие-то в преданном служении. Это очень важный момент, что мы получаем наставления от святой личности, и тогда мы начинаем как бы быть способными в правильном направлении делать определенные шаги. И фактически Видура, он такую роль сыграет, что он сможет просто фактически спасти Дхритараштру. Дхритараштра достигнет своего как бы совершенства благодаря вот этим наставлениям. И также у нас, у каждого, мы получаем наставления от личности, которая следует путем самосознания, и также мы становимся способными следовать шаг за шагом, вот как мы говорим, что есть разные уровни, да, и на каждом из уровней есть свои нюансы. И когда мы узнаем об этих нюансах, мы можем воспользоваться этим знанием и таким образом совершенствоваться. Есть какой-то вопрос, может быть, на эту тему? Вот вначале мы говорили про наставничество, но здесь, ну, как бы Дхритараштре повезло, там Видура, он всегда был рядом, то есть с самого рождения. А вот в наше время сейчас, вот какой вот этот процесс, чтобы наставник у нас проявился, чтобы, ну, мы должны как-то через общение, то есть мы общаемся и понимаем, что вот этот человек, ну, то есть, ну, может наставлять меня, ну, то есть вот... Какие должны быть усилия, допустим, с моей стороны, чтобы, ну, как бы проявился, нашелся вот этот наставник, к которому я могу обратиться, ну, в какой-то сложной ситуации, когда я не понимаю, или который увидит, что у меня какие-то проблемы, сможет меня как бы, ну, сориентировать, направить, дать совет. А. Интересно, что этот мир, он таким образом создан, полностью весь мир. Он является такой школой, как бы, школой жизни.
все, что в этом мире происходит, все это, ну, как бы является для нас определенными уроками, является наставлениями для нас. И очень важно, что мы начинаем это видеть, все это зависит от нашего сознания. То есть этот мир, он и так нас наставляет. И все нас наставляют, родители нас наставляют, окружающие все нас наставляют, учителя нас наставляют. Это как бы всегда это есть. Но в какой-то период мы принимаем эти наставления, а в какой-то период нет. Это зависит от нашего сознания. Вот точно так же, как и с Дхритараштрой. То есть Видура, он его наставлял всю жизнь. Вот они были родные братья, и он как бы 100 лет они жили вместе, 100 лет он давал хорошие наставления. Но Дхритараштра, он их не мог принять. Видура ему прямо говорил: откажись от этого сына, это как бы нерадивый сын. Он привлечет, он как бы ведет к беде. Все, что он делает, ведет к беде. И Видура ему говорил: откажись от него. Вообще откажись от него, помирись с Пандавами, извинись перед Пандавами. Но Дхритараштра, он не смог это сделать. Потому что из-за своей материальной привязанности он думал: это мой родной сын, как я его оставлю? Понимаете? Но смотрите, жизнь, она все равно его подвела к тому, что он сможет некоторые наставления принять. И точно так же с нами происходит. Не думайте, что наставников много. Но вот примем мы это наставничество или нет, ну тут вот от нашего сознания зависит. И способ, как подняться на уровень, да, чтобы это очень простой. Мы просто следуем регулирующим принципам, успеваем святые имена. И вот это как раз способ, когда наше сознание, оно отчается, и мы в один момент начинаем ясно видеть, что в нашем обществе тут очень много наставников. Почти каждый может нам дать хорошее наставление, почти каждый. Поэтому нет проблем, что с наставником нет проблем. Но смогу я принять это наставничество или нет, вот тут от меня зависит. Мне и нужно задуматься, что да, мне нужно очищаться, мне нужно продвигаться по этому пути. А можно тогда дополнение, что да, видишь, что этот человек, и этот, и даже не человек, а ситуации наставляют. Но так бывает, что наставления, они иногда различны или противоречат, может быть, друг другу. Такие ситуации бывают, когда не понимаешь, то ли так, то ли так нужно поступить правильно. И возникает какая-то необходимость какого-то авторитета именно, что чтобы к этому прислушаюсь. На самом деле у нас есть формула гуру, шастру и садху, да? Это формула. И в чем заключается эта формула? Что мы должны принять за истину только тогда, когда все эти три сошлись. Вот тогда мы абсолютно за истину принимаем. Смотрите, интересную историю Гасай Махарадж рассказывает. Крестоносцы, они решили, что им нужно захватить Иерусалим в какой-то период для того, чтобы гроб Иисуса себе забрать как святыню. И они пошли туда. Но когда они пришли, они увидели, что город охраняется в армии. И они увидели, что наша группка крестоносцев, нету шансов ворваться как-то в город, даже просто пройти, потому что целая армия охраняет. Ничего невозможно сделать. И они подумали, видно, не судьба или что делать. Они думали, надо, переночуем просто и обратно отправимся. Нет смысла даже вступать в бой. Потому что мы маленькая группка, а тут целая армия. Ничего не сделать. Когда они переночевали, один из крестоносцев, он сказал: знаете, мне приснился один святой, какой-то Гавриил. Мне приснился святой, он сказал, что в этом месте закопано копье, которым коснулись Иисуса. И если мы найдем это копье, то в этом копье такая сила, что у нас будет возможность сражаться. И они подумали, раз так, нужно поискать. И они начали искать, везде рыли, искали это копье.
И потом этот же человек вдруг закричал: «Нашел, нашел копье!» И показывает такое копье, такое действительно там старое, ржавое, там все. И они: «Ура! Нашли копье!» И так воодушевились. И с этим копьем ринулись на это, на этот город, прорвались, победили там, все захватили, и этот гроб, это тело, как бы сделали это святыней, и как бы все ликуют, это самое, все потрясающе. Но потом, когда этот человек, он оставлял тело через 30 лет, он на исповеди сказал: «Ну, вы меня извините, но ну, никакого сна не было, никакого святой мне не приходило. Я просто ну, хотел вас всех вдохновить». А к этому времени там уже это копье в золотой рамке, там ему поклоняются, понимаете? А его спросили: «А как же тогда, что за копье?» «Да это, говорит, мне бабушка дала дедово копье, оно там где-то в сарае проржавело. И я, говорит, ну как бы не знал, что с ним делать, неудобно было его доставать даже. Ну и вот я вас как бы просто хотел вдохновить». И Господь Махарадж, он к тому это рассказывает, что вера, она невероятные вещи ну, как бы способна сделать. И точно так же мы, постепенно продвигаясь, мы как бы свою веру усиливаем. И вера, она невероятные вещи с нами, мы невероятные вещи сделаем. И поэтому, ну, смотрите, вот, то есть наставление, в этом случае наставление, оно было ложное вообще. Но все равно оно как бы к победе привело. То есть и этот наставник, он не был истинным духовным учителем, понимаете? Все равно оно к победе привело. И поэтому вот все, что на, все, что нам помогает продвигаться, все это мы воспринимаем. Иногда, ну вот преданные Санкиртаны, они вам всегда скажут, что иногда Кришна, он дает наставление вообще через материалистов. Но если это нам помогает продвигаться, почему не принять? Вот в этом заключается. Ну да, но в какой-то момент мы должны, как бы, конечно, ну, принять одного наставника и получить дикшу. Это тоже очень важно. И дело в чем? Дело в том, что почему вообще все это происходит? Потому что Кришна, он все равно находится в сердце каждого. И когда преданный, он искренне молится, то Кришна, он ему из сердца также подсказывает. Он из шастр подсказывает, из, через других преданных подсказывает, но и также из сердца подсказывает. И поэтому, и когда мы как бы созрели, то Кришна он пошлет ту личность, которая как бы это... И это будет, ну, как бы очевидно, что... Или когда... Или вот недавно мы сейчас вспоминали про Бхактивинода Тхакура, что он не сразу стал вайшнавом в своей жизни. Какое-то время он искал, он изучал разные пути, с уважением относился к разным путям. Но когда он прочитал Чайтанья-чаритамриту, он понял, что это ну, как бы совершенство стать гауди-вайшнавом. И в то время вот общество преданных, это, знаете, это не было какое-то там лидирующее общество или какое-то там развивающееся общество. То есть очень много было отклонений разных. И он их там, если какие-то серьезные отклонения, он их развенчивал даже. Вот среди вайшнавов не было такого организованного общества. И тем не менее, знаете, что он сделал? Он, так как он понимал, что получить инициацию и принять дикшу очень важно, он просто у того, кто в то время давал посвящение, он принял это посвящение. Бхактивинода Тхакур так сделал. То есть он как бы не стал, то есть он видел, что какая-то традиция есть, и он как бы ну, не стал, как говорится, себя противоставлять. Хотя, ну, как бы, хотя ну, уровень был такой неважный. То есть нам повезло, у нас сейчас совершенно другая ситуация. У нас как бы духовные учителя, они как бы известны, и так, как бы нет проблем. То есть мы даже можем как бы и выбирать среди духовных учителей, слушать разных.
людей и почувствовать как бы Кришна, чтобы сердце нам подсказал. И очень важно, и поэтому вот чтобы вот эту связь с Кришной развивать в себе, очень важно, ну, над этим вопросом также молить Кришну. И Бхактивинода Тхакур, он в своей жизни, он тоже такой пример показал, что Господь Джаганнатха пришел к нему во сне, и Господь Джаганнатха сказал: «Ну я же тебя направил сюда для того, чтобы ты гаудия вайшнавизм развил». И Бхактивинода Тхакур сказал, что я работаю судьей, у меня большая семья, мне нужно зарабатывать, обеспечивать семью, все. Пошли мне ту личность, которая мне поможет в миссии. Бхактивинода Тхакур попросил Господа: пошли мне ту личность, которая мне поможет в миссии. И тогда у него в семье родился Бхактисиддханта Сарасвати. То есть, когда преданный искренне обращается, молится, тогда Кришна и отвечает. Вот, как бы, ну, вот я хотел вот эту именно тему. То есть, если у нас есть какие-то желания каким-то образом со своего уровня продвигаться, и мы обращаемся к Кришне, то есть и наши усилия, и милость Кришны, и вот это как раз дает такой плод, что мы в правильном направлении, все у нас получается. Вопросов у нас больше нет? Хорошо. Шримад Бхагаватам говорится, это я не помню, в стихе, что в эту четыре юги поменялись местами вторая и третья. Вот не могли бы прокомментировать, что это и почему? Ну, я только слышал такое, что это было связано вот с приходом Господа Кришны. Что Господь Кришна, он с его приходом поменялись вот Двапара и Трета-йоги. Но как бы практически для нас, не думаю, что для нас как-то это актуально вообще. То есть мы живем в Кали-югу, но мы живем в особую Кали-югу, да? Мы живем в ту Кали-югу, когда пришел Господь Чайтанья Махапрабху. И поэтому для нас это большая удача, что мы родились в это время, когда, понимаете, Кали-юга очень интересное время, что я вот по Индии смотрю, такой есть момент, что в Индии очень много религий, и, ну, как бы практически все люди следуют тому или иному, какие-то ритуалы соблюдают, что-то делают в этом направлении, да, и истинную, как бы, санатана-харму, ее вот в связи с этими со всеми множеством религий, ее как бы, ну вот, очевидно, не видно. Ощущение такое, что все чему-то следуют. Все как-то верующие, все там ходят, все там вам Харе Кришна каждый скажет, и каждый там что-то там как-то помолится, что-то там сделает, там, каждый там поклонится божествам, каким бы ни было. Но вот истинную, вечную дхарму, ее как бы, как будто не видно за всей этой мишурой. А так как мы живем в таком, ну, как бы месте, где нету никаких вот явно проявленных традиций, и поэтому, когда мы встречаем Харинаму, то, ну, как бы очевидно, сразу видно отличие. И вот в этом очень большой плюс Кали-йоги. Что когда мы видим святую личность, да, когда мы видим продвинутого вайшнава, то для нас сразу становится очевидно, что вот он, да, он идет по пути, по которому стоит идти. То есть видно, ну, как бы приезжает ученик Шрилы, мы видим вот это сияние от него, вот это счастье, которое он испытывает. Понимаете? То есть и на фоне вот этой серости обыденной для нас становится сразу очевидно, что вот этот путь, вот это преданное служение, это то, что мне надо. Понимаете, поэтому Кали-юга – это очень удачное время. То есть нам не надо каким-то побочным путям метаться. Не надо долго искать. Вот смотрите,
вот это, опять же, вот эту историю с читанием Чаритамриты, Бхактивинода Тхакур, он долгое время не мог найти читание Чаритамриту, чтобы просто ее прочитать. Он хотел изучать читание Чаритамриту. Знаете, сколько времени он искал? Говорится, 8 лет он искал. В Индии, представляете, не просто в Индии, а в Бенгалии, там, где Господь явился. И вот 150 лет назад он не мог найти читание Чаритамриту. 8 лет он ее искал просто. Представьте, те книги, которые мимо которых мы проходим каждый день, да, когда приходим в Гауру. А он искал всячески, он готов был любые деньги заплатить за эти книги. Но потом, когда он нашел, и просто два раза прочитав, он сразу для себя принял решение: все, я Гаудия Вайшнав. Я больше никаких отклонений мне не надо, я только Гаудия Вайшнав. Когда он прочитал Чайтанья-чаритамриту, для него стало очевидно, все, это тот путь, который даст освобождение всем людям. Это тот путь, который благоприятный для всех. Это тот путь, который приведет к счастью каждого. Тот, кто соприкоснется, любой человек, который соприкоснется с этим, он получит счастье. И вот то, что мы здесь читаем в Шримад-Бхагаватам сейчас, вот Видур, он проповедует Дхритараштре, хватит ставить ставки на материальные какие-то, на временные вещи. Уже перед смертью, откажись от всего. Ну вот. И он может так проповедовать, потому что уже очевидно, что, ну, это время перед смертью. Но нам иллюзия, она так действует на нас, что мы думаем, что, ну, мне еще что мне о смерти вообще думать? Ну вот видите, ну, Шримад-Бхагаватам, он нас учит тому, что каждый должен думать именно вот о последнем экзамене. Потому что именно это важно. В самосознании важно то, как наша жизнь, к чему она нас приведет. Самосознание именно это важно. Это как последний экзамен. Куда мы отправимся? И вот Бхактивинод Хакур, нашел читание Чаритамриту, и это для нас тоже хороший урок. Мы тоже можем для себя найти и открыть читание Чаритамриту, Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиту, и утвердиться на этом пути, и достичь совершенства. Так что, ну, как бы, да, какие-то века для Кришны не проблема даже, там, глобально вот так вот какие-то века переменять местами. Для Кришны, Кришна — верховная личность Бога, то есть он настолько всемогущ, что он любые невероятные вещи делает. И поэтому, ну, как бы, есть смысл у него прибежище получить. И так как он такие глобальные вещи легко делает, то есть нашими незначительными там анархиями, значительными загрязнениями, которые у нас есть, тоже он легко расправится. Он выдающихся демонов победил и легко это сделал. Кришна, когда находился, мы когда читаем 10-ю песню, да, Шримад-Бхагаватам, то мы видим, что огромные могущественные там демоны, они пытались как-то навредить Кришне. Но Кришна маленьким мальчиком легко их побеждал. И поэтому, когда мы искренне будем обращаться к Кришне по поводу своей духовной жизни, Кришна точно так же с легкостью разрешит наши противоречия какие-то и победит наши анархии с легкостью. Вообще никаких проблем. Кришна. Ну вот. Что-то еще, какой-то момент подчеркнуть. Это как раз Шрила Прабхупада об этом вот в комментарии говорит, что мы как бы ищем, стоит искать защиту только у Верховного Господа.
И не стоит искать защиту там, где и, как бы ее и нету. То есть в момент смерти вам не помогут ни друзья, ни родственники, ни ваши деньги какие-то. Люди думают, что вот деньги нужно копить. Но что толку от них, когда смерть приходит? Ни друзья, ни родственники, ни сыновья, там, ни жена, ни муж не могут помочь. Но если мы настроены на верховную личность Бога, а как мы настраиваемся на верховную личность Бога? Вот это наша практика. Мы воспеваем Святое Имя каждый день. И для того, чтобы чисто воспевать Святое Имя, мы следуем регулирующим принципам. Эти регулирующие принципы, это тоже Шрила Прабхупада, их, знаете, он их не взял, как сказать, они были известны, они описаны как раз в первой песне Шримад Бхагаватам. То есть он их не придумал. Шрила Прабхупада, он как бы, зная Шримад Бхагаватам, что мешает преданному служению, он как раз дал вот эти регулирующие принципы. Это важно. Потому что как раз говорится, что когда Махараджа Парикшит встретился с Кали, он понимал, что в чем заключается Кали-юга, да? В мясоедении, в насилии, в одурманивающих веществах, в азартных играх и в незаконных половых отношениях. Вот это четыре вещи, которые нам не позволяют, если мы от этого не отказались, они нам не позволяют чисто воспевать Святое Имя. То есть для того, чтобы мы, наш путь это воспевать Святое Имя, да? Либо мы индивидуально воспеваем на четках, либо мы совместно собираемся воспеваем, либо мы выходим, как уже проповедуя, воспеваем, на харинам мы выходим, да? И это воспевание, оно нас очищает, и оно нас возвышает. Интересно, что воспевание Святого Имени, оно, на каком бы мы уровне ни находились, воспевание Святого Имени всегда с нами, всегда рядом с нами. И именно воспевание Святого Имени нас продвигает на следующую ступень. Неважно, мы на самых высоких мы ступенях, или на самых низких ступенях, или где-то в середине находимся, все равно наше продвижение заключается от воспевания Святого Имени. Вот это интересный момент. Но для нас важно понять, что первое, от чего мы должны отказаться, это вот от четырех вот этих вещей. То есть мы не просто грубо должны от них отказаться, но и как бы на тонком уровне тоже об этом не думать и не держаться за это на тонком уровне. И смотрите, общество преданных, оно будет вас вдохновлять чистым образом, таким образом себя вести чистым образом. Общество преданных будет вдохновлять. А материальный мир, он будет вам преграды ставить на этом пути, он будет вас вдохновлять наоборот. И вот тогда вы будете, как бы для вас будет, как бы вот это, стоять выбор всегда. Вы будете всегда понимать, что да, вот это общество, оно меня вдохновляет на духовную жизнь, а это общество, оно меня подталкивает на греховную жизнь. И в какой-то момент, сначала мы и там, да, но в какой-то момент мы должны выбирать. Когда приходит время утвердиться уже на пути, тогда мы должны четко выбрать, вот это мое, это принесет мне счастье. И вдохновит нас также те, кто достигли следующих уровней, и мы будем видеть, что они счастливы, эти личности, это нас будет вдохновлять всегда. Ну и также мы будем видеть, что толку идти материальным путем, те, кто идут материальным путем, к чему они приходят. Разочарование – это в лучшем случае. Там еще и безумие, и иллюзия. Поэтому спасибо большое за внимание. Шримад Бхагаватам Киджа, Шрила Прабхупада Киджа.